Экс-судья из Казахстана Айгуль Сайлыбаева пропала без вести в Германии. 5 июня 2024 года в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте на Майне обратились наши граждане по поводу пропажи своей родственницы Айгуль Сайлыбаевой. Брат исчезнувшей подозревает, что его сестра могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови. По словам близких, она перестала выходить на связь с 3 июня. Последние 5 лет Айгуль Сайлыбаева жила в Германии с мужем и ребенком. Обеспокоенные родственники обратились в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте на Майне за помощью. Напомним, Айгуль Сайлыбаева – экс-судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак». Генеральное консульство взяло это обращение на особый контроль. Наши дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала разыскные мероприятия. Наш консул выехал по адресу проживания, встретился с родными. Был разговор с полицией. Они сказали, что будут очень внимательно искать. Тем не менее, наше генконсульство и посольство в Берлине направили соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Германии, чтобы этот вопрос был на особом контроле. Сейчас совместно с немецкой стороной мы прорабатываем вопрос получения визы для родственников в Казахстане.